Открыли счет, но по итогам матча уступили. Владимирская «Торпедо» потерпела поражение в выездном матче против футбольного клуба «Олимп Долгопрудный 2». Правда, начало матча складывалось в пользу владимирских футболистов. Черно-белые открыли счет уже на 24-й минуте. Чувилов неплохо развивает атаку. Вообще такой опытный боец в центре поля. Уже достаточно твердый игрок. Основа, здесь 1-0! Владимирская «Торпедо» выходит вперед в этой встрече. Но владимирские футболисты недолго удерживали преимущество. Буквально через минуту игроки из Долгопрудного сравняли счет. Осинов. Хорошая атака. И вот удар поворотом 1-1. Больше голов в первом тайме не было. Причем футболисты из «Торпедо» чаще владели мячом, а также опережали соперников по количеству ударов по воротам. Главный тренер футбольного клуба «Олимп Долгопрудный» в послематчевом интервью назвал матч очень тяжелым. Тяжелый матч. С «Торпедо» легких вообще никогда не бывает. Не могу сказать, что мы владели каким-то большим преимуществом. Мы специально отдали инициативу. Такой был план на игру, потому что знали, что «Торпедо» очень хорошо убегает в контратаке. Соответственно, отдали мяч в первой половине, но чуть-чуть наш план не сработал, потому что мы не можем без приключений, пропустили опять гол. Второй тайм складывался для владимирских футболистов неудачно. На 52-й минуте футболисты из Долгопрудного вышли вперед. Подача, удар поворотом и 2-1! А под занавес игры на 85-й минуте счет стал уже крупным. 3-1 в пользу команды из Долгопрудного. Очень приятно наблюдать за таким качеством футбола. И вот передача на левый край получается. 3-2, выход, удар поворотом, 3-1. Главной причиной поражения в руководстве «Торпедо» назвали частые ошибки и большое количество брака. Достаточно много ошибок, которые привели там быстрым контратакам соперника, атакам соперника. Чуть больше брака, чем обычно, да, из-за этого мы получали быстрые атаки, особенно в первом тайме. Вот. Но моменты мы все равно создали, да, создавали, и опять же и в постепенном, и в быстром нападении, да, и со стандарта имели момент. Но, к сожалению, не можем забить, хотя работаем над этим тренировкой. По итогам 6-го тура «Торпедо» занимает 7-е место с 1 победой, 2 ничьими и 3 поражениями. Ближайшую игру владимирские футболисты проведут 25 августа. Им предстоит сразиться с командой «КамАЗ» в рамках Кубка России по футболу. Алексей Домнин, 6-й канал.